Доброе утро. Сегодня 14 декабря. Проснулись утром. А тут зимняя сказка. Тихо падает снег. Ветра нет. Все занесено снегом. Будем опять чистить. Вчера чистили, приехали на дачу дорожки. Сейчас опять будем чистить дорожки. Но одно радует, что мои гортензии очень хорошо укрыты. Но вот все снегом завалило. Так что им там тепленько, я думаю. Сегодня хочу украсить вот эту туйку перед террасой, чтобы она светилась, играла, переливалась лучами, фонариками. Будет красиво, я думаю. Так что вот план работ. Будем чистить дорожки. Представляете, сколько выпало снега. Вчера вот эта дорожка была почищена полностью. А сегодня, ну не знаю, сантиметров 20, наверное, такой пушистый снег. Ничего себе навалило.